Привет всем подписчикам, это да я. Сейчас я нахожусь в международном аэропорту Домодедово и начинаю новую рубрику «Одинокий Евротрип». На ближайшую неделю я отправляюсь в Германию, где планирую посетить два города, именно Берлин и Дрезден. Соответственно, буду делать небольшие видео из данной поездки. Поэтому до новых встреч и привет от сердечно-сосудистой к солнечной.